Проездной в муниципальном транспорте, скидки по программе «Забота» и оплата школьного обеда. Это только часть функционала новой единой цифровой карты жителя Рязанской области. Выглядит она как обычная банковская, впрочем, именно ею и является. Дебетовая бесконтактная банковская карта платежной системы МИР. У нас было две основных цели для создания ЕЦК. Первая цель, она понятная, это сделать максимально комфортной жизнь каждого рязанца. Для этого мы внедряем ЕЦК. Это наш первый шаг, потому что у нас в целях создания единой цифровой экосистемы региона, где, конечно, наша карта жителя станет ее основой. Вторая цель, мы ее тоже выполнили, большое спасибо нашим партнерам, это минимизировать расходы на данный проект, поэтому весь проект сделан за счет коммерческих средств, за счет нашего оператора. Идея зародилась еще в прошлом году, когда на ПМФ губернатор Рязанской области подписал соглашение с АО «Национальная система платежных карт МИР». Наш регион далеко не первый, кто такую карту вводит. Однако по функционалу, говорят, Рязань в лидерах. Например, в других городах банков-партнеров не больше трех. В Рязани уже подписано соглашение с 5. Вот эти наши карты «Забота», они тоже остаются в ходу, потому что, например, пожилому населению очень сложно и так будут с опаской идти, пенсию положить, потом ее взять. Очень проблематично тоже в плане технической грамотности, да. Вот, будут в ходу как и карта «Забота» скидочная, так, и я уверен, что пойдут за картой единой, потому что там все социальные льготы прописаны уже автоматически будут. Я уж и про транспортные не говорю. Уже на старте подписано соглашение с 20 партнерами со всей области. Они и предоставляют скидки и льготы обладателям карт. Среди прочего, например, туристические, спортивные, культурные объекты, юридические услуги. За счет внедрения единой цифровой карты жителя существенно расширится у нас объем предоставляемых услуг и именно в части добавления льготных категорий граждан по всей Рязанской области. Сейчас проект «Карта УМКО» реализован, уже порядка 7, наверное, лет реализуется в городе Рязани. И когда наложится на этот проект еще единая цифровая карта жителя, то добавится именно у нас порядка 40 перевозчиков по области подключатся к системе, в первую очередь, кто перевозит льготных категорий граждан, ну и в дальнейшем остальные перевозчики. Один из мифов развеяли при презентации карты. Касался он банального вопроса. Каждый ли рязанец такую карточку получить обязан? Нет, выдается она с согласия человека и после его заявления. Дополнительные документы носить никуда не надо. Вся информация о льготах вносится на карту автоматически. Прием заявлений стартует уже сегодня в одном из банков-партнеров.